От первого камня до готового объекта чуть больше года. В такие сроки готовы уложиться строители детского сада в микрорайоне Новая Медведково. За последний год здесь уже открылось два образовательных учреждения. В этом же районе ведется строительство одной из самых больших школ в регионе. В скором времени этот список пополнится новым дошкольным отделением. Фундамент всегда служит началом, и мы верим, что это начало светлого будущего всех детей, которые будут проживать здесь в микрорайоне. А для нас, для педагогов, это будет возможность реализовать самые смелые фантастические проекты. Новый детский сад будет рассчитан на 260 малышей. Отсчет до его открытия уже начался. Передавать привет потомкам из прошлого – хорошая традиция для нашего муниципалитета. Послание будущим поколениям закладывают в первый блок фундамента. Нам нужны еще новые детские сады? Да. И вы его будете ждать? Или вы будете все-таки ждать новую школу, чтобы в школу быстрее пойти? В школу. Долгожданный старт строительству в первый день лета дали и в 29-м микрорайоне. Вскоре здесь откроется новая школа. Посещать ее смогут одновременно 1100 учеников. Что для наших детей самое главное? Это, конечно, качественное, хорошее образование. В новых образовательных учреждениях, современных, светлых, комфортных, с хорошим техническим оснащением и не менее прекрасными педагогами, которые, я уверена, придут в наше новое образовательное учреждение. Этого события жители микрорайона «Строитель» ждали не один год. Соседняя школа номер 9 заметно переполнена. С новым образовательным корпусом обучение ребят станет еще комфортнее, а педагоги всегда будут приходить на работу с улыбкой. Большое спасибо за то, что в этот праздничный день наши ребята получили такой чудесный подарок. Мы вы столько лет ждали. Большое спасибо. Я надеюсь, что эта школа, как сейчас сказали, будет не последняя в нашем микрорайоне. Проект во всех смыслах уникальный. Помимо современных классов, стильных коридоров и благоустроенной территории, здесь появится настоящий амфитеатр. Он же будет выполнять функцию актового зала. Пока это пилотный проект, и первыми оценить его преимущества предстоит медичинцам. Мы очень ждали эту школу, мы ее ждем, чтобы немножко разгрузить. Все-таки новый район, новая школа, поэтому очень-очень ждем. В 9-й школе очень много детишек, и неудобно две смены. Надеемся, что самолет школы разгрузит нашу школу. Мы только счастливы, родители. Застройщиком проекта выступила группа компании «Самолет». Рядом с новой школой возводится и детский сад. Свои двери для 200 малышей он распахнет этой осенью. Мы строим наши социальные объекты в соответствии со всеми нормами. И это первый детский сад в микрорайоне, который мы реализуем в составе первой очереди строительства. В нашем микрорайоне в мае месяце уже появились первые жильцы, и они с нетерпением ждут, когда мы откроем наш первый детский сад, чтобы осенью первые детки пошли в садик. Образовательные объекты станут неотъемлемой частью нового микрорайона. Всего группа компании «Самолет» планирует построить здесь две школы, три детских сада и новую поликлинику.